Я не знаю, я там живу, как бы я не сталкиваюсь особо с какими-то проблемами. Ну, там плановое выключение воды всегда есть, там, летом, да, на 2 недели. Но тут же никуда не деться. А в плане повышения, да вообще все, что связано с повышением чего-либо, это всегда ужасно. Ну, я не знаю, что это даст.